Надеюсь, меня никто не заметит. Тебе смерть, а мне... Я заберу тебя в сад Фаида! Давай. Yeah.
Славный поединок. Поищу укрытие. Давай. Тише, тише. Давай. Давай.
Так это медведица Калисто. Что-то там мешает. Огонь!
Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Надеюсь, они присмиреют. Fuori! Gini! Tu eri e vulnerabile!
Царство Агамемнона и Персея. Нужно быть настороже.
Нужно быть осторожным.
Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Слушай, ничтожный раб, не скажешь, где он, клянусь Герой, я сожгу тут все дотла вместе с... Я уже сказал... Все просто. Но как же его пациент? Если Гиппократ счит... Что ж... Отойди от него. Медленно. Кто смеет угрожать жрице Герой? Я. А теперь отойди. Похоже, боги хотят дать вам с хозяином еще один шанс. Передай Гиппократу, что если он публично не преклонится перед богами, и в таком случае... О, слава богам, она ушла. Что происходит? Я со Страт. Она права? Он верит, что... Невероятно. Прости. Здесь он... Да, это его... А почему не... Жрица и стара... Где Гиппок? Да, но он ушел на юго-восток от дозора Гера, что... Я найду его. Но если ты пойдешь к нему... Смотря как... Отнеси ему кое-как... Что? В основном инструмент. Вот ее зави... Я отнесу все. Правда?
я все ему отнесу, обещаю. Спасибо. А как я уз... Иди по дороге на юго-восток отда... Столько больных, и один человек им поможет? Итак, что вызвало это состояние? Может, избыт... В данный момент... Вот как? Еда, теплая одежда... Вызов у... Да, и я... Я постараюсь побыстрее. Наблюдение, опыт и эксперимент. Я из твоей клиники в Аргосе. Я так и знал, что забыл что-то. Ты попросил его заплатить за работу? Нет. Я знал, что это поможет людям. Другой награды не нужно. Достойный ответ. Алексиос из... Рад встрече, Али. Гиппократ, мне нужна помощь. Мне сказали, ты помог моей матери. Я хочу найти ее. Здесь бывает много матерей. Быть может, тебе помогут в святилище Асклепия. У них есть записи обо всех приходящих. Прошу, Гиппократ. Этот пациент тоже. И та, что до него, и тот, что перед ней. Я нужен пациентам, но мои записи о болезнях разума забрали. Быстрее! Если верить Сострату, ты... О чем? О волосах. Да. Где искать? В Тиринфе. Или пусть готов... Не мне указывать. Могла Хрисис взять записи? А, ты встретил жрицу. Она приходила... Тогда я был молод. И у жрецов хранит... Да, их гравер... Почему тебе так ва... Это заметки о болезнях Ра... Она у этого пациента. Я сделаю вс... Удачи. Записи Гиппократа охраняют. Почему? На
найду укрытие. Ты что тут делаешь? Меня прислал Гиппократ. Тесто составил сам великий Гиппократ? Что? Ты слышал. Шатер целителей сгорел. К счастью, я успел выучить эти записи. Я восстановлю их, когда будет время, или после войны. Тебе придется пойти со мной, пациент. Это тоже умрет, да? О нем больше некому позаботиться. Я единственный лек. Я подожду тебя здесь. Типичный наемник. Займись делом и найди мои костные щипцы. Постоянно кто-нибудь... И ты пойдешь сам... Даю слово. Это они? Помощник из тебя неплохой. Какой? Встретимся там. Гиппократ, как твой больной? Вы опоздали. Он не выжил. Сожалею, Гиппократ. Мы задержались, потому что спасали моего больного. Порой наука требует... Если мы закончили, я бы хотел записать то, что помню из твоих заметок. Я схожу к жрецам, расспрошу... Идем со мной. Значение диеты для здоровья не... И какой толк от... Ну, одно яблоко в день спасет тебя от врачей. Но шутки в сторону. Я знаю, зачем ты здесь. Ты помнишь ее? Я был молод и не знал, как потом я поклялся Аполлу. Ей бы это... Я отправил твою мать в святилище. Спасибо тебе за... Извини, Мисти. Многим нужна моя помощь.